Всем привет, вы на канале Two Gamers, и мы продолжаем проходить Сив 4. Теперь мы должны найти того, кто убил нашу птицу, или... как-то разыскать этого человека. В общем, для того, чтобы это выяснить, нам нужно идти в Хромого Бурика, и мы отправляемся в Stone Market. Именно в этом районе, видимо, живет тот, кто... Либо убил нашу птицу, либо знает, кто это сделал. Так, нам нужен также торговец, чтобы найти гаечный ключ, поскольку он уже несколько раз нам был нужен, а у меня его нет. И чтобы избежать дальнейших таких затуплений, нам нужно найти его. Опять кого-то вешают. Последние слова. Я не виновен! Умоляю, я не... Железный тиран убивает нас! Это лишь начало! Хотя бы послушал бы, что он тебе сказал. Презумпция невиновности и тут все в этом роде. Козел. Ладно. Так, может тут как-то можно карту открыть или... Так, карта, это что у нас? Ага, это... Так. Че это? А, королева попрошаек это. Идите ко входу в банк. Так, ну-ка, это-то что у нас там? Лавка. Вот нам надо в эту лавку. Так. Никак туда не это, не отметить, да? Ну, то есть она левее нашей цели. Ладно. Что ж. Пойдемте. Но для начала мы зайдем в лавку, поэтому... Наверное, в этой серии не будет сюжетной миссии. Так, идем. Так, идем. Ага, ладно, грабить мы его сегодня не будем. Оп, спрыгнули. Ага. Так, давайте еще раз откроем... Блин, откроем карту. То есть через этот дом... Нужно пройти, ясно. Блин, можно было как-то маршрут отметить, что ли? Вот нужен гаечный ключ опять. Так, столб это стражник. Пускай пройдет. Эй! Клянусь, я что-то заметил. Ты уверен? Тише вы, нет тут никого. Сваливайте нафиг. Мне что-то не по себе. Так. Здесь хотел где? Бы я встретить барона и пожать ему руку. Вот здесь мы спрячемся сейчас. Так, кошелек за одним нашли. Нам нужно обойти это здание. Замерзаю. Так, пускай пройдут. Ага. Так, давайте еще раз сверимся с картой. Лично путаю кнопку. Так, мы ушли уже совсем не туда, куда нам нужно. Так. То есть нам нужно как-то... Куда-то сюда. Ну, здесь все закрыто. Так, нам бы как-нибудь наверх попасть. Было бы, конечно, хорошо.
Так, ладно. Давай. Это гром со стороны Дейпорта? Скорее! Взрыв! И доносился он со стороны крепости! Так. Столько трупов входит и выходит из нее. Кошелек. Я всегда говорил, что машины до добра не доведут. Как же нам туда-то попасть, а? Там есть какой-то проход есть. Так, да, ну-ка. Ага, на трубу он еще не залазит. Ладно, пойдем так. Как-то вот немного не пойму я, как здесь перемещаться-то по зданию. Так, это мы сейчас где? Из-за чего мы здесь? Не подписано, ну-ка давайте узнаем. Ах, высоковато. Что е? Мастерская, магазин Эккарта. Ну давайте зайдем. Возможно, это то, что нам нужно даже. Так. Эктор, я полагаю. Это ты, мастер вор? А кто твой друг? Это мой металлический человек. Труд моей жизни. Сложнейший часовой механизм. Он мог бы революционизировать город. Принести мне заслуженную славу. Если бы не барон. Проклятый дурак. Он стал нетерпеливым, приказал уничтожить проект. Но я не мог разобрать моего металлического человека. Работа, Эктор. Что тебе нужно? Мой друг почти завершен. Беда в том, что меня предали те подонки, которых я нанял себе в помощники. Эктор хочет, чтобы я проник в ателье Альфонсо и украл механическую руку, якобы принадлежащую ему. Это все... Металлический человек оживет благодаря тебе. Но я рассчитываю на хорошую добычу. Нет, откажемся. Меня никто не уважает. И ты такой же. Да. Ты вернулся. У меня как раз свободная минута. Мой друг почти завершен. Беда в том, что меня пред... Нет, откажемся. Выполним твое задание позже. Ошибку. Мне сейчас нужно совсем другое. Так, выходим, да. Ах, как в этот попасть-то? Господи. В эту лавку, которую мы шли. Какой-то... Город весь какой-то запутанный. Пасмурный. Так, тут где-то вон шляются эти два стражника. Я сказал ей, что мы будем жить по-другому. Мне бы как-то попасть наверх. Там можно было бы что-нибудь предпринять, поскольку... Так. Эх, карта. Поскольку вот он. Лавка, вот она. Хорошо, давайте пойдем, наверное, на миссию, и мы сможем пройти там. Что, конечно, вряд ли. Ну или хотя бы как-то пройти здесь, возможно. Здесь эти... А, это тень. Здесь эти ворота, и они никак не открываются. Еще стража здесь это бегает. Туда-сюда. Блин. О. Что дальше? Так, давайте, сваливайте отсюда. Поздно уже. Фух, прошли. Пожалуйста, пожалуйста.
Тихо. Тут что-то не так. Все, прошли. Ладно, давайте таверна Хромой Бурик, войдем в нее. Эх, наша прогулка по этому городу не увенчалась успехом. Ну ладно, может по пути где-то попадется этот, ну это лавка, магазин. Где она? Куда он ее спрятал? Ее тут нет. Нет. Что ты делаешь? Гаррет. Книга, которую ты для меня нашел, она пропала. Че ты там такое? Где Баса? Его утащил ловец воров вместе с кое-кем из моих озаренных. Он забрал ее. Как я не подумал, что барон это сделает. Ты говоришь, что моего друга избили и арестовали из-за той книги. Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней сокрыт ключ к спасению города, спасению всех нас от этого мрака. Но я знаю, что барон не использует ее во благо, и теперь она у него. Осознал, что эта книга очень важна. Счастье для тебя, она еще здесь. Баса не дурак. Книга. То еще чтиво похоже. Куда они утащили Баса? В крепость, но ее охраняют, просто в дверь не войти. Это хорошо. Не люблю двери. Это невозможно. Однако, есть один вариант. Продолжай. Джейкоб. Он свой, предан делу. Хотел убить барона ударом в сердце и поэтому долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джейкоба? Увы, барон посадил его в Грейстоун в назидание всем, кто решит восстать против него. Его пытают, но он жив. Ну, я думаю, дальнейший их разговор. Посмотрим, знает ли что-нибудь этот Джейкоб. Его можно найти на Грейстоунской площади. Так, подождите. Как-то же надо наверх подняться, да? А, вот дверь. Да темнота, она уже надоела, если честно. По грабительским ценам. Где? Есть хочется. О, торговец, неужели... У меня есть товары для темных дел. Давай. Охотничья стрела, огненная, водяная, удушающая. Канатную нужно тоже купить. Давайте штук... А, хватит. 7, давайте еще одну возьмем. Все. Так, маг, еда. Так, вещи. Водяная еда. Это мои вещи, инструменты. Вот он, гаечный ключ, наконец-то. Да... А так, бритва, инструмент, с помощью которого вырезают картины из рам, кусачки, инструмент для обезрезания ловушки, сигнализации, сила стрел, дубленная кожанка, слегка понижает получаемый урон, промасленная кожа, урон. Давайте, наверное, еще бритву возьмем, вдруг попадется какая-либо картина. Хотя и кусачки тоже возьмем, деньги позволяют. Давайте. Все, прибарахлились мы у чувачка. Береги себя. Конечно. Спасибо тебе, чувак. Надеюсь, это не мрак. Блин, залазь. Давайте идем. Конечно, переместимся. Ну что ж, теперь у нас есть то, что нам нужно было.
на протяжении этих часов, и все. Теперь мы можем грабить все, что угодно. Так, идем. Куда нам? Нам нужно туда. В принципе, не так далеко. Так, эти места я уже знаю. Этих ребят я тоже видел. Кстати, сейчас мы и опробуем наш гаечный ключ. Угу. Какая прелесть. Это верно, хромой бурик. Мемориальные доски 1/16. Гась. Пойдет. О, еще одна дощечка. Давайте пособираем их. Все равно пригодятся. Какая прелесть. Часовая башня. Так, давайте залезем, наверное, наверх как-нибудь. Это, я думаю, можно сделать вот здесь. Вот. Нельзя есть воронов. Почему? К беде. Эта беда весьма ничего себе, если ее пожарить на костре. Люди голодают, что ж, птиц ловят и едят. А этот вешает здесь всех. Блин, может хоть человека спустить можно, нет? Очевидно, его никак не спустить отсюда. Ладно. Идем. Так. Что ж, давайте встанем где-нибудь вот здесь и... Глядя, так сказать, на всю эту нашу площадь, на которой мы сегодня были. Сохранимся. Так, прах к праху сохраняем. И я думаю, еще парочку минут у нас есть. До окончания этой серии можно продолжить наше путешествие по заданиям, так скажем. Так, здесь так проходим. Так, стоп. Стражники могут меня там заметить, а вот здесь навряд ли. Давайте вы шустрее идите, ну. В общем, ждать я не буду, пока они там дотумкают, где я сижу, да все такое. Просто свалю. Здорово, мужики. Так. Я полагаю, нам нужно на лестницу. Опа. Давай, полезли. Так. 9 метров. Куда это? Здесь можно залезть. Так. Все, что ли, я не понял. Нет, подождите. Мне буквально нужно вот за вот эти развалины зайти. Так, что это там? Ага, здесь можно протиснуться. Хорошо. Я вас понял. Так, убрали. Yes. Ну, все. Мы протиснулись. Так, что-то там происходит. Что, не слышали? Проваливайте! Мы не отвечаем баронским псам! Я слышу голоса во тьме. Я слышу крики воронов! И что они кричат? Что кричат вороны? Давайте вот так сделаем. Послание Ориона. Пойди слабо! Эй! Я тебя достану! Я знаю, где ты! Да, ну. Что хочешь, только не трогай меня. Может, смерть это к лучшему. Пожалуйста, не трогай меня. Спрячемся. Пока тебе везет, но я тебя накрою. О, цветок. Эти обелиски стоят по всему городу. Так. Я это сделал.
я еще живой. Ладно, давайте выйдем. Думаю, меня уже не ищут. Так ведь и умереть недолго. Зато спор окончен. Что вы? Ой. Рекой пахнет даже здесь. Так, прошли. Так, это все люди, ладно. Куда делись продавцы баланды? Все, значит, больше нет вам еды. Друг в беде, глава 4. Я украл старую книгу из дома цветов для человека по имени Орион. Его еще называют Глаз Народа. Он считает, что может спасти город. Я не уверен, что этот город стоит спасать, но люди тянутся к Ориону, даже Басса и число его последователей. А за Орионах растет. Особого выбора нет. Кругом барон, голод и эпидемия мрака. Ну, что ж, спасем друга, там будет видно. Теперь к Джейкобу. Так, ну что ж. Давайте еще раз все равно сохранимся на всякий случай в эту главу, во вторую. И все, дальше продолжим в следующей серии. А сейчас спасибо всем за просмотр, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите дальнейших прохождений. Теперь, если мне понадобится гаечный ключ или еще что-то, я буду это записывать, не попадет на запись, чтобы не было вот таких вот, как сейчас. Бродилок по городу, искать что-то. Я буду это делать вне записи, вне эфира. А записывать буду только сюжетные действия. Если захотите, чтобы я записывал все подряд или какие-то определенные миссии, пишите в комментариях. А сейчас всем спасибо. Подписывайтесь и ждите дальнейших прохождений. До свидания.